В длинных нардах существует такое правило, по которому мы обязаны предоставить сопернику возможность попасть в свой дом. Вот сюда. Ну или сюда. В любое свободное место в доме. То есть хотя бы одна фишка соперника должна в процессе игры попасть в дом. То есть, например, он попадает вот сюда в дом, все. Мы выполнили условия, мы выполнили правила игры. Можем блокировать его как-то. Можем закрывать ему вот это пространство, если он отсюда уйдет. Вот так можем закрыть. Но он попал в свой дом. Нас уже это не волнует. И такая рекомендация сразу же. То есть, он зашел в свой дом. Рекомендуется, чтобы он скапливался вот здесь вот, на шестерочке его. То есть, когда он будет выкидывать, это будут 6 очков. Самая плохая для него ситуация. То есть, когда он будет выкидывать, опять же, вероятность его выброса, его фишки будет 1 к 6. 1 к 6. То есть, если он везде сложится у нас вот тут вот, на шестерке, на большом камне, то есть, здесь вот, все фишки его перейдут вот сюда. Мы тоже будем переходить в свой дом. Он будет, ну, улучшаться там немножко на четверке, на шестерке. То есть, и в процессе выброса камня он будет очень часто переигрывать. То есть, он кидает камень. Выберем. 5-3. Пятерку он выкидывает, тройки у него нет, тройку он переигрывает. Тройку переигрывает шестерку. Опять 5-3. Такая же фигня. 5-3. То есть он выкидывает уже не по две фишки, а по одной. Вот в этом смысл оставить его вот на этой ячейке. То есть заблокировать вот эти 5 ячеек, оставить ему только одну. И он будет вот здесь вот где-то и здесь, допустим. Ну все, спасибо за внимание.